мы все невеста. Нежный поцелуй и счастливый смех. Невеста, нереальный свет в белых облаках. Невеста, облако любви на моих руках. На моих руках. В этот светлый миг ты прекрасней всех. Нежный поцелуй и счастливый свет. Нереальный свет в белых облаках. Облако любви на моих руках. Скажите нам, пожалуйста, что вам нравится? Пять черт, да, правильно сказать. Которые нравятся вам ваш сиквенсер? Назовите, пожалуйста. Ее глаза. Глаза раз. Губы ниже, два. Ниже, пускайся, ниже. Зеленая. Ее глаза. Два. Черты лица. Сексуальность. Ротик. Нет, нет, надо черты конкретно. Черты. Ее внешность, внешность. А грудь. Внешность. Да-да-да, очень обязательно. Да, что? Конкретно, конкретно. Опа. Ну, конечно, нравится. Сколько нравится. А коленочка? Коленочка. А локоточек? Нравится все в ней. Замечательно. Все равно все нравится, что бы ни перечислял свидетель. А что не нравится? Тоже пять. Не нравится? Миша. Ну, это сложно сказать. Что не нравится. Но все-таки есть у человека что-то, что вот не нравится? Ну, ладно, все-таки, ну, ухо. Ну, нет, пока я еще не нашел. Нет, пожалуйста, ну, скажи. Хотя бы три найдите, уже не про себя, хотя бы три. Ну, что-нибудь. Да у меня же ноги разные. Ушко, пальчик. Пальчики, ногтики, у меня все красивое. В принципе, я не на сладко не нахожу пока. Короче, ушко, раз. Спинка, два. Покоточек, покоточек острый, не нравится. Да, острый, да, пускай. Зубки острые, не нравятся. Зубки острые, ну, в принципе, да. Она любит кусаться. Локоточек острый. Хорошо, теперь то, что вам понравилось, ваша свидетельница. Поцелуйте эти части. Все понравилось. Все, вот все, что вы сказали. Лук, все, что вы понравилось. Сверху донизу. Раз. Пошли водичку попить. А попку? Ну попку пожали. А ногти? Попку. А не понравилось, ты поняла одно, это острый локоточек, его можно укусить. Что не понравилось? Маша. Молодые гости, теперь прошу всех подойти, наверное, к столу. Деньги приготовили.
чиновні.
Потому что когда люди идут с Богом души по земле, тогда у них в жизни все хорошо получается. Вас сегодня встречали и благословляли иконами. Иконой Божьей Матери. Матерь Божья сохраняет и покровом своим покрывает семью, покровительствует ей. Поэтому Казанская будет Матерь Божья, которую вам сегодня вас благословляли, она должна быть всегда у вас в изголовье. Всегда вы должны ее видеть перед собой. Спасителя Иисуса Христа, Он всегда защищает и оберегает и семью, и будет оберегать вас, будет оберегать ваших детей и внуков. Поэтому я бы хотела пожелать, чтобы все-таки, как бы там хорошо, плохо в жизни не было, но самое главное, на первом месте должен быть Бог. Вот, и поэтому дай Бог, чтобы вы Бога чувствовали в душе, чтобы вы чувствовали Его помощь и поддержку и молитвы ваших матерей, и крестных матерей, и родных матерей. Потому что это самое большое благо на земле. Когда родители молятся за детей, тогда в жизни у детей всегда все хорошо получается. А когда родители плачут, охают и вздыхают, то им от этого очень горько бывает. Поэтому пускай будет вам действительно здесь за столом выпивка очень горькая, но жизнь пускай будет всегда сладкая, радостная и веселая, и светлая. Пускай будет все, как солнышко ясное. Оленька, запомни, погоду в Оме строит женщина. Поэтому все будет зависеть только от тебя. Говорят, голова мужчина, но шея куда повернет, туда и будет. Поэтому дай вам Бог любви, счастья и согласия. И крепкую шею, это точно. За вас, вы командуете. Чоботи, чоботи.